Всем привет, друзья! Итак, сегодня я хочу немножко прокатиться на своем мотоцикле. Несколько дней я на нем уже не катался. Надо было отлучиться ненадолго, поэтому я его зачехлил, так сказать, чтобы он был чистенький и не липли на него всякие листья. У нас уже осень. Погода сегодня выдалась отличная. Ну, градусов 13. Так что по городу можно катнуть. Ох, как я по нему уже соскучился, а! Давайте сейчас я его расчехлю и катнем немножко по Берлину. Так, просто для удовольствия. Так, аккуратненько. Ах, как ты сюда попал, а? Как ты сюда попал, засранец? А это что за херня тут? Какие-то подтеки, блин. Как это вообще могло оказаться? Хера себе, тут всякая живность живет. Обалдеть. Ладно. Я же его помыл перед тем, как накрыть. Ну ладно. Вот это мне вообще не нравится. Ай, какие-то подтеки непонятные. Ладно, хер с ними. Потом протру тряпкой. Где ключи? Где ключи от мотолета? Так, не, меня теперь это бесит нафиг. Ёба, японский бог, сейчас. Ладно, хрен с ним, не буду просто сейчас на это внимание обращать, а поеду. Можно будет на какую-нибудь мойку заехать, сполоснуть его так слегка. Так что, не смертельно. Тик. О, как я по нему соскучился, японский бог. Ну-с. Пусть прогреется немножко, пока как раз я ворота открою. Давненько я не делал видосы с записью. В общем, цели у меня сейчас конкретно куда-то ехать нет. Поедем просто в сторону центра. Ой, блядь, забываю все время с подножки убрать. Успею? Ах, нет. Сейчас я еду в сторону автобана. Блин, очки запотевают, задолбали, блин. Пинлок отрабатывает на ура. А вот очки, блядь, это прям ужас какой-то. Ну ничего, сейчас внутри шлема распогодится и перестанет запотевать. Это только в начале запотевает. Бак у меня полный.
Сейчас почти ничего не вижу, и все запотело. Японский бог. Сейчас щелку приоткрыл. Надеюсь, не навредит звуку. О, блин, нафиг я сюда полез. Тут сейчас движуха. Блять, ну там ехать можно, пиздец, нафиг. Километр, это полоса разгонная. Нет, блять, все здесь начинают лезть, дебилы. То есть эта полоса, она идет как разгонная, и сразу полоса торможения для ближайшего съезда. Поэтому можно ехать, и все прямо, и все будет нормально, блин. Нет, они, блядь, сразу пытаются лезть, как будто их потом не пустят. Вот пиздец, народ. О, как я соскучился, а! Так. А мне уже сейчас съезжать, в принципе. Ну ладно, постоим на красном, чё. Там вроде все правильно съехал. Сейчас будем все время прямо ехать и как раз упремся в эту бабу золотую. Не знаю как, не помню как она называется. Ну, в общем, сейчас увидите сами. Короче, поедем в сторону этих Бранденбургских ворот. Сейчас просто херачит все время прямо и прямо. Ну, то есть направо сейчас сверну. Бабуля торопится куда-то. Что-то я, кажется, не туда свернул. А, понял, сейчас мне направо, потом еще раз налево. И там будем просто прямо херачить. Так, расход средний показывает 5,5. Так, велосипедист сзади. Ну все, сейчас, ребята, будем собирать все светофоры. И, конечно, если повезет, то попадем в эту зеленую волну. А так сейчас будет их очень много. Ну ничего. Я никуда не тороплюсь. Ой, бля, хотя мне уже через часик надо быть дома. Так что мы сейчас кружочек и обратно. А нет, там, блядь, еще часы старые. Время старое. Надо, кстати, переставить эти часы на мотоцикле. Ну все, теперь прямо. Так, ну в этом ряду, наверное, и буду. Это самый оптимальный. Так, вроде все, перестал запотевать. Хотя нет, вот когда останавливаюсь, сразу запотевает. Ну-ка, все открыто. Ух, как он. Смысла вваливать сейчас не вижу, там красный.
О, как раз зеленый, нормально. Такое ощущение, что зря я туда еду. Мне кажется, я сейчас там буду очень долго стоять где-нибудь. Ладно, посмотрим. Кстати, сейчас, что касается дальничков. Сейчас дальники, наверное, до следующего сезона придется немножко оставить, потому что погода не очень. Я в последний раз, когда ехал, было немножко уже некомфортно чуть-чуть. Как бы можно было ехать, я доехал, но уже без особого кайфа. Поэтому в этом сезоне дальники я пока приостановлю. Буду копить денежку, чтобы, ну, на бензин, на следующий сезон, там, отели. Потому что это все путешествовать недешево, особенно по Германии. Тут такие расценки, жесть, блин. Тут за ночь переночевать, ну, где-то в среднем, ну, 60-70 евро отдашь. Я за 70 евро, по-моему, в Праге 3 ночи, в самом центре старой Праги, возле Карлового моста прожил. 3 месяца. В хорошем отеле. Так что... Тем более сейчас у нас тут опять локдаун планируют, вроде как все закрыть. Посмотрим. Но по городу я буду все равно гонять, скажем так, круглый год. Пока минуса не будет, пока в плюсе, я буду ездить. Экипировка позволяет. У меня куртка с утеплением. Так что ее очень хорошо греет. Короче, сейчас до той золовой бабы доедем, там крутанемся и обратно. Думаю, хватит на сегодня. Ладно. А, не, извиняйте. Тут дорога не туда. В смысле? Куда ты торопишься? Тут еще ехать можно, ехать. Вот, аккуратненько въехал, меня все пропустили. Нет, надо, блин, за километр уже перестраиваться. Ну, люди, видимо, боятся, что их не пропустят там или что. Хотя это полный бред. Успеем, не успеем? Не, не успеем. Так, мы сейчас в районе технического университета Берлина. Да вот там и там у нас университет, как бы территория кампуса. Нормально он так в центре расположен. Ну, относительно центрально. Так, я надеюсь, камера меня не подведет и запишет все со звуком. Не, это как-то вообще жопа, ас запотевает. Тут без очков езди, надо попробовать, кстати. Оп.